В Москве началась реставрация дома Поленова на Зоологической улице. Здание, построенное больше 100 лет назад, изначально предназначалось для показа театральных постановок, создания декораций и пошива сценических костюмов. В советские годы не раз перестраивалось и во многом утратило свой исторический облик и интерьеры. Так что работа для реставраторов предстоит масштабная и кропотливая. Артем Кузнецов с подробностями. Здание на Зоологической улице, когда-то напоминавшее сказочный французский замок, давно утратило свою былую привлекательность. Сегодня фасад скрыт за баннерной сеткой, внутрь давно никого не пускают. О прошлых владельцах напоминают лишь плакаты на стенах и оставленная техника. С 2001 года дом Поленова принадлежал Государственному центру современных искусств. Здесь размещались творческие студии, был даже издательский отдел. И вот такой выставочный зал в мансардной части здания площадью 280 квадратных метров. Здание построили в 1916 году по проекту Василия Дмитриевича Поленова в бретонском стиле 15 века. Это был театральный дом, проще говоря, дом культуры. Здесь располагались мастерские, где шили костюмы и собирали декорации для спектаклей, театральная библиотека и зрительный зал из тесаного камня и деревянным потолком. Идея этого места – это был именно народный дом, то есть для народа. Ну, вообще, все, что, так сказать, делалось с Василием Дмитриевичем Поленовым, включая постройку усадьбы на берегу Оки, это все исходя из такого, в общем, духа народничества. Это народный театр, народный музей и народный дом. Спустя 12 лет здание горело. Спасти поленовские декорации и все театральное имущество не удалось. В 30-е годы прошлого столетия дом передали промышленному предприятию, и со временем его сильно перестроили. Исчезли характерные готические окна на главном фасаде, изменился силуэт кровли, появились многочисленные пристройки и перепланировки. Вот эта часть, она сохранилась максимально. Мы видим здесь даже своды. Мы прошли от главного входа, который сейчас не действует, который расположен в круглой башне. Можно было бы думать, что в башне лестница, но нет. В башне вход, а лестница идет вокруг здания. И, например, вот эта стена сохранилась очень хорошо, обращенная на пруд нынешнего зоопарка. Несмотря на множество перестроек, удалось сохранить опалубку лестницы, деревянные балки и фасад первого этажа. И вот уже 2 года дом относится к музею-заповеднику Поленова. На сегодняшний момент существует только вот рамочная концепция, которая была написана уже сразу после того, как дом нам передали. Мы хотели бы, чтобы здесь воплотились идеи Поленова, кой он заложил в этот проект. Мы хотим здесь видеть театральную лабораторию на всю Россию, как завещал Василий Дмитриевич Поленов. Чтобы вернуть дому былую привлекательность, необходимо провести масштабную реставрацию. Снести пристройки, добавленные к зданию в советское время, вернуть историческую планировку с учетом изначального проекта. Работа долгая и кропотливая. Но закончить хотя бы часть нового театрального дома планируют уже через 2 года, к 180-летию Поленова. Артем Кузнецов, Дмитрий Корсаков и Павел Летников. Вести.